Губернатор Монтаны объявил чрезвычайную ситуацию. В штате выпал первый снег. Снежная буря принесла около метра мокрых осадков. Власти призывают жителей без необходимости не пользоваться автотранспортом. Из-за заметенных дорог образовались большие пробки. Опасность для движения создает и таяние снега. Оно же может привести в итоге к наводнению. В нескольких районах отключилось электричество, закрыты школы. Метеорологи заявляют, что по масштабам эта снежная буря может стать крупнейшей за 85 лет.